Александрович, Игорь Павлович, приветствую. Что случилось? Сломали? Сломали ногу на тренировке. Играл за сборную и вот получил такую травму прямо на поле. 20 минут двигался, не говорил тренеру ничего, продолжал состязание. И в итоге перелом. Ну ничего, все равно на футбол. Да, ну, он просто все равно. В шоке. Он думал, что он в театр едет. Да, он думал, что он едет в театр. Ему сегодня исполнилось 13 лет. Он даже не знал, что он едет на матч. В столь стесненных условиях болеть за любимую команду. Я благодарю футбольный клуб «Локомотив», дирекцию по работе с болельщиками за то, что помогли нам смотреть и безопасно двигаться на спорткомплекс. Не вижу! Выиграть хотим! Куда что-то платить?
Грозный, Ростов-на-Дону.